лестницы из квинт, изменчивые секунды, сколько всеми пальцами можно захватить клавиш. Тогда, в 7 лет, мне казалось, что нет ничего слаще, чем играть вот так и видеть по своему желанию море или горы, сказочных птиц или животных. То, что есть хаос для взрослого, для ребенка его мир, где уютно или страшно, он там живет или наблюдает со стороны. Этот первый дом остался в памяти в каких-то фрагментах, и они меня сопровождают в моих музыкальных, графических или живописных работах. Фактура старых стен, светильник простой формы. Это он на холсте трансформируется в маяк, закат или в собственный свет предмета. Запомнился еще один дом, мастерская моего отца. Это тот подвал с щелочками окон под потолком, где создавалось новое запрещенное искусство под названием абстракционизм. Тогда оказалось главным в этом приклеенные к холсту, фанере, металлическая стружка, лоскутки платьев и пальто. Третий дом, принадлежавший моей учительнице по музыке, старинная квартира на Васильевском с множеством диковинных вещей и настоящей французской арфой. А потом была работа в городе Грозном, Чечен-Ингушетия. Вот такое удобное распределение для неудобных. Тогда обязательно. И гастроли, города. Лестница из линий, нагромождение аккордов, что обеими руками можно нарисовать. Все знакомо, только в другом измерении. В музыке образ возникает из последовательного сочетания звуков, образующих мелодию. Кисть же выбирает краску, слагая теплую и холодную, создавая тембр изображаемого предмета, его необходимую вибрацию, наконец, мотив, который эмоционально, тонально или ритмически связан с другими предметами и с фоном. Интервалы могут иметь свою осязательную характеристику – шершавость, колючесть, гладкость, тональность, цвет. Написано множество трудов, о слагаемых прекрасного. Пропорции, гармонии, симметрии, о тайне золотого сечения. Мной же движет наитие, направляемое теми теплыми тремя домами из детства, тремя школами и Господом Богом.